Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Москва дала Кировской области почти 22 миллиарда рублей. Это поступление с федерального бюджета за 8 месяцев. Сумма почти такая же, что и собственные доходы региона за этот период. В правительстве стараются наращивать объемы привлечения федерального финансирования. Так, например, только на дорожную деятельность в этом году регион получил более 1 миллиарда рублей дополнительно. Средства направлены на ремонт региональных дорог и Кировской городской агломерации. Программа «Экономика». Губернатор посоветовал иностранным студентам искать работу через службу занятости. О том, можно ли найти в нашем регионе работу с достойной зарплатой, спросили Игоря Васильева студенты кировских вузов, приехавшие на учебу из других государств. Губернатор ответил, что органы службы занятости готовы оказать содействие в трудоустройстве. В базе данных есть 20 тысяч вакансий с зарплатой до 90 тысяч рублей, сказал он. Также студенты спрашивали, какие профессии через 5 лет могут оказаться востребованы в нашем регионе. По мнению губернатора, идти сейчас лучше на инженера, технолога, конструктора, программиста и по другим направлениям. Востребованными останутся также профессии медицинского и педагогического профиля, считает Васильев. Экономика на 101 FM. В Кировской области пройдет неделя промышленности. Она начнется 20 сентября и будет приурочена ко Дню промышленности региона, который отмечается в последнее воскресенье сентября, в этом году 26 числа. Запланировано в эту неделю запустить образовательный курс для начинающих предпринимателей, провести семинар для экспортеров по вопросам валютного и таможенного контроля, заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, конференцию по вопросам господдержки инвестпроектов. Завершится неделя промышленности 24 сентября заседаниями Совета главных конструкторов Кировской области и Совета по развитию легкой промышленности. Экономика. В завершение о курсах валют. На сегодня доллар стоит 72 рубля 85 копеек, официальный евро 86 рублей 7 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.